Ну что ж, капитаны и хомячки, сегодня у нас будет видео про как зарегистрироваться на Binance. Покажу наглядно, как все пункты делать, какие делать, что нужно сделать. Занимает это буквально 2-3 минуты, если все быстро сделать. Но я вам покажу от начала до конца. Сперва давайте начнем. Когда вот заходим на Binance, у нас такое выходит. Зарегистрироваться по номеру телефона или по почте. Я сразу сделал почту. Вот, у меня есть тестовая почта. Сюда делаем. Потом вбиваем. Это можете не указывать. Нажимаете «Далее». И если у вас не заходит по каким-то причинам, значит, у вас блокируется, нужно скачать VPN. Я ссылку прикреплю, отличный VPN. Сейчас, конечно, всех операторов блокируют, но все решаемо. Там отличный VPN, короче. Здесь мы выбираем автобусы. Это капча. Автобусы. Все. Код отправлен на почту. Заходим на почту. Вот он сразу пришел. Вставляем просто этот код сюда. Отправить. Пароль. Ну, любой. Чем лучше пароль, конечно, надежнее будет вам. Все. И обновлять. Все, вы создали аккаунт. Я соглашаюсь. Готово. Сейчас все загрузится, подождем. И сейчас верификация. Продолжить. Можете скачать приложение, и он через приложение сразу, как получается, можете скачать приложение. Через приложение наводите на QR-код. И через телефон все заканчиваете. Можем сделать вот так. Здесь заполняете все свои данные. Я сейчас это не могу сделать, так как потому что у меня уже учетная запись есть, но мне он просто не даст. После регистрации, после этих заполнений, обычное заполнение, у вас выйдет. Сейчас вам покажу. Сейчас я к себе зайду. Продолжаем. После того, как вы все данные заполнили, у вас выходит вот такой личный кабинет. После этого... Да, у меня здесь уже есть определенная сумма. Я каждый день покупаю крипту. За этим вы можете следить у меня в Инстаграме. Я каждый день на неопределенную сумму покупаю любую валюту, ну, которая в бычке у нас стрельнет. Вот. Также можете следить у меня в Инстаграме. После этого заходим в аккаунт. Видите, у меня верифицит. Ну, верифицированный аккаунт. Нам нужно верифицировать тоже аккаунт. Заходим. Сейчас. Чтобы было понятно, сейчас сделаю на русскую. Переведет. Вот, сейчас перевел на русскую. Заходим в безопасность, чтобы вам было удобнее. И здесь вам нужно сделать приложение аутентификатора, называется вот такой Google аутентификатор. Потом ключ доступа можете сделать. У меня все это сделано. Электронную почту, естественно, телефон нужно подтвердить, все нужно подтвердить. Это вот первое. Потом идентификация. Заходим в идентификацию. Я потому что здесь уже делал, а идентификацию вы, когда заходите, здесь будет окошко начать идентификацию. Идентификация проходит по загальнику, если вы с России, или по правам можете сделать. Ну, в идеале, конечно, сделать, если у вас есть международные из другого стран права. А лучше будет, если вы зарегистрируетесь, точнее, верификацию пройдете, если у вас есть права зарубежные из какой-либо страны. Я делал, потому что на Бали, и у меня здесь Binance аккаунт балийский. Из-за этого не заблокируют.
если вы торгуете на Binance, учитывайте то, что могут ваш аккаунт заблокировать просто так, потому что вы с России. И из-за этого я советую регистрацию на бирже BingX. Там видео у меня прошедшее есть, можете зайти посмотреть, как регистрация проходит. Через телефон там показано. А Binance я сделал, потому что все хотели почему-то Binance, ну вот, решил сделать вам Binance. После здесь выходит верификация. Нажимаете верификацию, пройти верификацию по органику или по правам. Ждете буквально час, максимум там сутки. У вас аккаунт идентифицируется или ошибка выйдет. Ну, большая часть это идентифицируется. И все, вы можете уже продавать. Потом заходите, можете заходить, как его... Можете заходить через телефон. Лучше все это делать через телефон, через комп. Это мутно, неудобно. Ну, кому как. Вот покажу здесь, например, как покупать. Заходите вот. Сейчас вам покажу еще раз. Сейчас закрою все это. Заходите в торговлю, спот. И здесь, например, что хотите купить. Вот биткоин, BTC, USDT вы хотите купить. Нажимаем. У меня здесь она стоит. И здесь делаем купить. Но прежде чем купить, естественно, нужно вам пополнить. Также через телефон вы можете сделать купить P2P. Здесь есть торговля P2P. Заходим в торговлю P2P. Покупаем. Сейчас загрузится. Здесь пишем рубли. Вот здесь вы можете, вот я нашел, вот здесь вы можете нажать рубли, потому что у меня индонезийский рупий стоит, потому что аккаунт оттуда. Потом заходим купить криптовалюту, P2P, заходим. Здесь уже должно быть вот рубли, да. Здесь пишем сумму, например, 1000. Вид платежей сейчас он стал желтый банк, как я знаю. Через комп не дает ни в какую. Здесь вот не выбирается рубли. Кто знает, напишите, как это исправить. Любая валюта выбирается. US. Долларах можно купить, но не дает, короче, через комп купить. Я сейчас вам покажу, как купить через телефон. Прикреплю. После этого заходите в торговлю, спот. Когда вы пополнили уже USDT, купили первую валюту. Это обычный доллар. Купили. Заходим уже через телефон, говорю, уже легче делать. Заходим уже в торговлю, спот, например, биткоин USDT. И здесь, например, выставляем по маркету обязательно. Здесь, например, покупаем, ну, например, на $10. Все, у меня здесь пока нет ничего. Нажимаете здесь просто купить. Все, автоматически он у вас купится. И счет вы можете вот здесь посмотреть. Кошелек. Обзор кошелька. Я же говорю, через комп сложнее. Неудобно. Через телефон. И вот здесь у вас показывается, сколько у вас есть денег. На данный момент у меня вот я скопил 54 815 тысяч. Монеты не покажу. Если вы хотите посмотреть, какие монеты покупаю, какую валюту покупаю, заходите в Инстаграм ко мне, и в сторис я каждый день выкладываю, или через день выкладываю, какую валюту я покупаю каждый день. Следите. Так что спасибо. Занимает буквально 2-3 минуты. Через телефон это все быстрее. Вот видите, через комп чуть сложнее, неудобно. И даже VPN включил, все равно не помогает, не ставится рубль. Так что следите, подписывайтесь и заходите в Инстаграм. Там я показываю, какую валюту покупаю на следующий бычий цикл, чтобы сделать иксы. Всем пока.